Уважаемые жители, по итогу поездки в поселок городского типа Преображение подготовили небольшой отчет. Было проведено свыше 30 приемов, получено 12 обращений от жителей по разным вопросам. Основной вопрос, конечно, касался, и я как депутат законодательного собрания, как коммунист, ехал по факту реорганизации школы в данном поселке городского типа. Обращение было принято. Я вместе с помощниками подготавливаю ответы, а также соответствующие запросы в органы Министерства образования Приморского края, Министерства образования Российской Федерации. Со мной на встрече присутствовал помощник депутата Государственной Думы 8-го созыва по работе в Приморском крае Елишов Анатолий Васильевич. Он также принял соответствующее обращение и направит. В целом, основные проблемы данного поселка, это, конечно же, помимо школы, это, как всегда, стандартные проблемы многих наших населенных пунктов, это ЖКХ, некачественная работа управляющей компании, отсутствие линевок вдоль дорог, проблема с касательно пенсионных выплат, ну и большинство вопросов стандартных, которые сталкиваются многие наши жители края. Все эти вопросы будут направлены на обращение в соответствующие органы, и как только будут получены ответы, копии данных ответов будут направлены жителям.